Всем привет, с вами PissFan. С курсом доллара все крайне хреново. Прям вот чувствуется, известный аналитик прокомментировал ситуацию. Точно так же, как и с покупками в Китае. Если раньше казалось, когда доллар стоил 52, в жопу его, к осени снизится, то сейчас это кажется пьяным бредом. Курс доллара почти в 70 рублей, ну просто уничтожает онлайн-шоппинг. Но сегодня я вам немного подниму настроение и покажу, как можно в Китае заказывать на AliExpress, экономя 4 бакса. 4 бакса, то есть практически вернуть ту же стоимость, которую раньше ваш товар стоил. Только лучшие товары из Китая в нашей специальной группе ВКонтакте PissFan Shop. Что тут конкретно интересного? Ну, первое, это то, что с 20 по 25 августа нужно будет скачать приложение и получить купон. То есть это надо заранее позаботиться. Вот эти вот 5 дней у нас есть, чтобы скачать, точнее даже 6 дней, чтобы скачать. И после этого у нас будет доступен купон, сейчас покажу как. Второе, можно зарабатывать монеты и обменивать их на купоны до 50 долларов. Ну и 20 и 24 августа можно купить купоны со скидками стоимостью до 200 долларов. Но это такая шляпа, которая нас навряд ли интересует. Нас интересуют первые два пункта. Переходим на главную страницу и видим вот здесь вот такую графу. Получить скидку 4 бакса за первый заказ в приложении AliExpress. Ключевое слово — первый заказ. То есть, если вдруг у вас есть аккаунт, где вы много покупаете, вам нужно создать новый аккаунт, соответственно, удалить приложение, скачать приложение по ссылке в описании, и после этого у вас новый аккаунт как раз-таки попадет под эту акцию. Нажимаем 4 доллара скидка, получить купон. Здесь вообще просто дикая элементарщина. Нажимаем получить купон. Что мы будем делать, это получать купоны за монеты. Но сначала нам надо выиграть эти монеты. У нас есть два варианта. Сейчас у меня 0 заработанных монет, точнее 10, потому что я добавил один из товаров, участвующих в акции, в корзину. Сейчас как раз-таки я покажу, как это сделать. Давайте начнем прямо с этого. В акции участвуют ваши любимые iPhone 6 из Китая. То есть я прям ссылками внизу помещу, какие iPhone участвуют в этой акции. Копий полно. Поэтому обязательно надо смотреть. Ну смотрите, например, Lenovo S60 как раз-таки участвует в обоих акциях. Вот как раз-таки подтверждение, что 25.08 в акции в приложении будет цена 8700 на этот смартфон, хотя он сейчас стоит 9, получается 250. И вот как раз-таки горит монетка возле корзины. Если мы нажмем «Добавить в корзину», окей, выбрали цвет, «Применить», опа-цы, и у нас опять 10 баксов, ну как 10 баксов, 10 золотых оказалось на нашем счету. После этого здесь есть вариант обменять все это дело. Но слишком, ну, дико дорого стоит. То есть вам нужно собрать, получается, минимум 100 монет. И после этого у вас будет скидка 69 рублей. Алишка просто сейчас переходит на русские бабки. И прям даже не в долларах пишет, а 69 рублей. Ну, короче, грубо говоря, 1 доллар. И второй есть вариант, как наработать этих монет, это играть. Здесь называется... Гонки. Вот такой вот фургон, вот такой вот дебил в коляске и вот такая вот деваха на скутере. Я буду за деваху на скутере играть. Ёпта, мы поехали! Охереть, я пополняю бюджет. 23 монеты! И это бред, что я сказал, то есть это легко. По сути, можно играть 4 раза. У меня 3 попытки еще. Можно играть 4 раза. Получается, до самого упора можно играть. 23 монеты я заработал, но можно 30-ку заработать. Получается, за 4 раза можно монет 120 точно наколотить. Плюс постоянно добавлять товары в свою корзину. В итоге монет 200 точно можно заработать. Вы у меня хотите спросить, есть ли здесь что-то выгодное? Но есть крайне нехреновые, я бы сказал, предложения. Да, SJ-камы вам здесь будут запаривать по 90 долларов и якобы все это дело со скидкой. Хотя, допустим, на GearBest это стоит дешевле. Но при этом в акции, вот которая будет 25.08, вот эти камеры будут стоить
6100. Я не уверен, что это самая низкая цена в Китае, но это все равно неплохая скидка. Что мне вот реально здесь понравилось, что будут скидки на iPhone 5C оригинальные. Очень много народу спрашивает про оригинальные iPhone 5C. Вот на них будет очень приличное предложение. Часы, ну я бы не стал, ничего в них особенного нет. Лининг, есть тоже варианты и без всяких скидок за $60. Все остальное это бабские шмотки, тоже неинтересно. По крайней мере мне неинтересно. Девахам по-любому интересно, так что стопудово заходите, смотрите. Смарт-браслет iPhone. i5. Вот это вот тоже интересное предложение. Их будет всего 600 штук и будет стоить всего 960 рублей при условии сейчас, что стоит 1400. Вот это да, вот это вот реально интересное, наверное, предложение. Но этот смарт-браслет я не тестировал. Может быть, это полная херня. Я хотел айфоны показать. Здесь прям были, сейчас покажу. Мизухи здесь продаются. Мизухи примерно так же, как и на Gearbest без скидок. Я постоянно буду сегодня в пример Gearbest. Ссылка на Gearbest будет в описании. Заходите и смотрите. Именно смартфоны почему-то стало выгодно покупать там. Поэтому такой просто бесплатный пиар Gearbest. Meizu M2 здесь есть скидки. HTC особо не интересует. Также здесь был Nexus 5. Так. Вот, iPhone 5C за 11500, iPhone 5C за 10 есть. Все это оригинал. Вот да, вот здесь вот за этим можно поохотиться. Все остальное, ну, что-то здесь не слишком свежее впаривают. Но выборочно, по-любому, крутые предложения есть. На этом сегодня и все. Не забывайте подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании. Именно там все самые свежие и актуальные новости, связанные с каналом. Также не забывайте подписываться на паблик AliExpress 2015, там все самые яркие предложения из Китая, то есть Gearbest, AliExpress, все именно там, все самое интересное. Заходите и подписывайтесь, ссылка будет тоже в описании. Ну и подписывайтесь на канал, потому что выбора у вас уже не остается. Все, пока! Всем привет, с вами PissFan, и это посылка из Китая с Black View Hero 1. И когда я услышал название этой камеры, я просто охерел от фантазии китайцев. Hero 1, это ж так ни на что не похоже.